последние двое суток Красноярск бьет российские рекорды по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки новым вирусом заразились 376 человек, а накануне 504 человека. Это рекордный прирост. Всего сейчас в крае зарегистрировано 2821 случай COVID-19. Красноярский край тут же оказался на третьем месте в России после Москвы и Московской области. В городе по работе побывал выходец из Самары, пилот авиакомпании, который занимается транспортными перевозками, командир Боинга 747 Алексей Зайцев. Вот что он рассказал об обстановке в Красноярске специально для нашего телеканала. Добрый день, дорогие друзья, дорогие жители города Самары. Сегодня наш экипаж прилетел в славный город Красноярск, столицу Сибирь, Сибирского края. И здесь уже второй месяц стоит прекрасная погода, тепло, 25-30 градусов. И прямо сейчас, через некоторое время, мы с вами отправимся на остров, который по совместительству является парком, где люди отдыхают, развлекаются, веселятся, катаются на роликах, на велосипедах и так далее. Следуйте за мной. Это Татышев остров, самый крупный на реке Енисей в черте Красноярска. Популярное место отдыха горожан. Как видно, и этой весной оно не пустует. Запрета на его посещение во время коронавируса нет. В летнее время каждую неделю остров посещают до 100 тысяч человек. А сейчас в Красноярске практически лето. Температура доходит до 32 градусов выше нуля. Велосипедные дорожки, а их протяженность более 9 километров, тоже оккупированы. Но если верить статистике, тех, кто заразился вирусом в общественных местах, немного. Внушительная часть попавших в больницы – это вахтовики с Олимпиадинского ГОКа. За последние двое суток там подтвердился коронавирус у 440 человек. Виктория Шарая, «События».